Поговорив о базовых принципах композиции, правиле золотого сечения и правиле третей, глупо было бы не упомянуть еще одно – правило диагоналей. Этот композиционный прием создан в первую очередь для того, чтобы придать кадру динамики. Соединяя противоположные углы тремя линиями, мы получаем направление. Все композиционно важные объекты следует располагать именно на них. Таким образом, снимок реки будет выглядеть гораздо круче, если расположить линию воды именно на этих диагоналях, а не четко горизонтально по центру кадра. К тому же стоит учитывать то, что композиция будет выглядеть гораздо более спокойной при направлении от правого верхнего угла к левому нижнему. Направление же от правого нижнего к левому верхнему углу воспринимается как более динамичное. Таким образом, легко можно создавать противостояния, которые будут отображаться на эмоциональном состоянии зрителя. С трудом идущие в гору люди или борьба со стихией, или умиротворенная красота природы и безграничное спокойствие. Совмещая все три принципа композиции, можно получать настоящие шедевры. Это была минута о правиле диагоналей на сайте kadr.com. Подписывайся, комментируй, рассказывай друзьям, применяй на практике.